Телеканал КРТ представляє. Я піду в далекі гори і у високі полонини. Вот именно так поступил Слава Вакарчук. Он сложил мандат. Слава Богу, решил Слава Вакарчук отдохнуть. Сложил мандат, вещи и ушел в горы. Ушел в горы. Ходит, вот покорил Говерлу, вот, поднялся на Пип Иван, Драгобрат. Человек ходит по стежкам с фильму «Тени забутых предков», общается с овцами. Скрывается, в принципе, в парламенте он также общался. И вот выглядит здоровым, веселым. Даже его подписчики пишут хорошие комментарии. Вот Слава, вы так прям преобразились. Самая первая фотография, она мне как-то вот больше всего... Вот это вот... Ну-ка. Красиво смотрится на камне. У меня просто почему-то фильм такой вспоминается, где Горбатая моя гора. Прелесть. Вот, да, вот моя, кто украл мою прелесть, а вот сзади, если вы обратите внимание, как раз вырубленные леса, вот, и он задает вопрос, где моя прелесть, кто ее в виде кругляка вывез в Польшу? И почему моя партия голосовала за этот законопроект? Что? Как это произошло? Как это связано вообще? Партия «Голос», вот, ну... Мы можем только порадоваться за Святослава Вакарчука, что... Простите, я бы подписал, мне нужна твоя одежда и лес. Фотография после. Мне нужна твоя одежда и лес. Ну что ж, хорошо, осталась кепка и пеньки. Хорошо, что у человека все хорошо, отдыхает, набирается сил. Да. И думает над тем, как... Единственная просьба, чтобы он не набрался так сил, чтобы на следующих выборах его не занесло опять шальным ветром в Верховную Раду. Ага. Да, или в кабинет кому-либо, кто скажет, Слава, есть шикарная идея, а давай? И он скажет, давай. Але я хотів новий альбом.